Мы активисты Российского движения школьников, и сегодня мы находимся на стадионе поселка Горшечное. Здесь проходит интересный квест, посвященный защите окружающей среды. Много испытаний сегодня должны преодолеть ребята. Ну что, давайте вам покажем! Расскажите нам, пожалуйста, что здесь происходит на данный момент? Москва. Здесь у нас станция спортивная. Вы еще не устали бегать? Все хорошо, все классно.